прикажа переступления. Добавляет сложности балансирования, но Юнцу это не мешает, и он с легкостью справляется со всеми трюками. Более того, Нижний Новгород, я бы хотел отметить то, что перед вами сейчас находится команда лучших фронтрайдеров России. Помимо постоянных участий в шоу, подобных шоу, ребята часто участвуют в съемках кинофильмов. На их счету съемки таких фильмов, как «Барвиха», «Жара». Ну и, конечно же, самая главная гордость этих ребят – собственный проект, экстремальный проект, который посвящен стандрайдингу, который заметили не только в России, но и за рубежом. Проект «На грани». Ну что же, на этом первый сет наших дорогих друзей стандрайдеров команды «Пилот Racing Team» Москва подходит к концу.